скажу. На пол, да, что есть, ну, чтобы нормально все свелось. Все, поставил их. Я в дезоренте. Я вам говорил уже, что это что. Красиво, блядь. Где сало-то было? Сейчас? Без аренд. Какой сейчас аренд? Понимаете уже этих собак. Ну как бы в соло кидает из аренды. Там было сбиты косты эти. Там две кастила, я одной сбил, а вторая простала. Поехали, полюбим медведя. Тут знаете, как этих кошек скипать по-нормальному? Кого? Кошек. Ну не скипать, точнее, чтобы они не прыгали. Так же на цветоком. Дай-ка я еще отведу, чтобы два дебила не спулились. Я сейчас по пути расскажу. Мы отсюда можем бить, а Милику придется обойти. Да, Милик обойдет с танком, а мы тут будем по стену искать. Чего? Ну что, увидишь, типа, не надо, вот, не выпуливай этот пак через стену. Понял? Понял. А что? Как он отагрился, я не понимаю. Почему я агро потерял? Я что за дерьмо? Я постоянно потому что Близзард. Давай быстрее, пока они не убежали. Я бегу. Сейчас одного потяну, а второму рейнджики дам. Не выпуливайте их через стену. Окей. Но этим же рейнджи обычно занимаются, этими выпулами. Я не занимаюсь этим. Почему рейнджи? Ну, мне не нравится самому так делать. Мне сложно. Игра 12+, не забывай. А мне 10 еще до сих пор. Ком вместе с мясом? Не знаю. Условия 10. С чарбом. Гриб. Ясно. Еще раз. Ну я рывок один сбил, а второй уже стан получил. Они же это отсрочивают только свой каст, как эти, как предсказания типа. Не стол. Все, вы с Амуника идите бейте пак, а мы с РНЖ идем сюда. Хера себе, блядь, так тихо. Давай, пули этих кошек, быстрее пули. Сейчас. Набирай, только да. Без... Без медведя, набирай. Конечно. Сейчас, подожди секунду. Ага, все, на все набрал. Вы типа... Бля, вы читеры. Вас забанят. А хотите, я вам прикол расскажу? Звездопад. Чуть поближе подойдите, пожалуйста, а то... Сейчас. Вроде более-менее так. Все нормально. Они типа обычно на ранжей прыгают, а типа это, стена не дает, они летят. Понял. Понял, принял. И типа раньше лучше не уходить, я сегодня раньше ушел, меня кто-то здесь через камень убил. Чек. Давайте возвращайтесь, тут два моба как раз. Да мне паузы свободные. Типа спокойные. Логис, выйдешь, пишешь? Ну а кто еще? Если кто, не... если не он? Ну мне походу через смерть придется. А что, слиться нету? Есть. Но в прошлый же раз не успели. Ты нам надо просто дальше пробежать. Ты сможешь козла спулить одного, чтобы пробить цветочка? Да, смотри. Ну, бля, попробую. Зарезай на маунтов, ну, на маунтов, ну, при. Ну так я-то успею, я жду, пока он еще начнет рейдить. Сейчас и он скроет еще эту тележку долбанутую со вскрытием. Зеленые стеночки. Я-то всегда ко всему готов. Все, начинаю. Да. Один.
Едь. Мы же едем, едем. Давай, заводимся. Да. Ну все, отсчет. Блять, везде. Вижу. Везде крови насрано. Беру, пять. Да, сейчас попробуем. Угу, дай-ка я его в камушек поверну. Бля, встаньте как-нибудь, чтобы он через кровь не летал. Это было кринжал обращение. Это к тебе. Нормально, иммуник, стоишь со спины, пробиваешь? Угу. Окей, все хорошо. Сейчас он еще 1-2 чаржа даст. Я буду уходить уже отсюда. Чтобы эти сумерки будут напрягать. Сейчас посмотрим на спаун, и тогда буду ставить. Угу. Понятно. Маленько еще подрачу этот камень. А после следующего чаржа отведу. Иди ко мне его лицом, пожалуйста. Так ты все, ты у спины стоишь, все окей. Я поставил его и стою. Там до рывка еще секунд 10. За спину иди. А, ага. Сейчас поставлю его. Да, блядь, 2 в милишниках. Ну, короче, все, я уже поплыл. Все, уведу его. Заканчивать. Может, это в последний момент вспоминаешь, что надо следить за таймером. Аккуратней, как ты сбоку так стоишь. Сказал ты мне. Ага, ну все уже. А, ну танковский будет еще один. Под боем. Ага. Витрину рутанешь, козу? Да-да-да. Естественно, а их можно туда притащить? Нет, нельзя. Куда туда? Иммуника, о чем ты? Он хочет этих подбить другими. А, ну теоретически не, мы можно. Мы сейчас козлов вообще отдельно будем бить. А потом зачем? Типа все цветы. А зачем, блин, козлы отхиливают цветы, тупо потеря времени. Типа мы сначала бьем двух, потом двух оставшихся, плюс потом. Ты убиваешь двух козлов, пулим из-за дома цветки. Ну в смысле, вначале убиваем, сейчас там патруль с этой зарядой, потом двух козлов, потом всех цветки и ведем их прямо после этих цветки, и все. Ну пятерых тех придурковатых мобов отдельно. Конечно. Ну сейчас бей вот этих троих, которых. Просто куда пуститься сдавать? Сейчас сдашь их. Сейчас. Ой, на этих, на козлов могу сдашь. Какого хрена, Агра? Твою мать. Агра, ну мне все окей. Ты живой? Живой. Все, значит. Бабл, минус. В смысле живой? А куда ты летишь вперед меня? Мне нужно скипание дать. Я не вперед тебя летел. Ну все. Это. Это Грахан на тебя напуливает. Он тебя хейтит уже. Да-да-да. Смешно. Да ну техно. Короче, как-то отсюда пульт. Просто таунт. Ну наиска сейчас там вытяну. Таунт или вытянуть? Я не знаю, вроде таунт там просто. Да, я вытяну. А, ну вот, просто козлов убиваем, а потом тупо все цветы. Ну, все хорошо. Встаньте как-нибудь, чтобы на охоту за спальней прибыли. Угу. Проверяй. Бля. Не, ну я могу их в дом, конечно, завести. Это дело такое. Мне страшно. Ебать, ты совой там встал. Через кровь быстро переведу. Пошли поверхность. Ну сейчас, да, пойдем после спавна грибов. С
Хотя, вот так могу еще сделать. Ну и как бы все. Все, сейчас теперь собирай, короче, все цветы и просто идем туда, рядом. Ой, куда-то спулил. Хера. Я стрелка встал. А потом говорит, у меня, говорит, бабл минус. Идешь? Я иду. Сейчас соберу. Смотри. Видишь, как собираю? Угу. Мастер. Все, и типа их туда в кайте. Пройти не могу. Пойдем. А, патруль тоже пулит? Да-да-да, походу. Да-да-да. Все, бегу. Беги сейчас. Беги цветка туда. Цветок запрыгнешь, не на этот. Блин. Да, можно не на этот. Так сюда а тоже да. Нормально притянулось, но... Потихоньку так притягиваются, идут, и нормально все вроде идет. Сейчас я спорю. Давай. Ну я дряду потяну. Там типа просто крови будет много, если сразу убивать эти цветы. Угу. Ну да, тут дорожка такая большая, хорошая прям. Есть куда пока идти. Но у меня тяжко КД, если что. Не расползай. Я их так это, вокруг кайчу. Ага. Вот дряду убьем, а то она на месте стоит и вообще не по кайфу будет. Все. Кайчу? Кайчу, кайчу. Ага, все, три моба осталось. Там задних никаких нет. Да не покроешь ли. Ну я уж их и так старался нормально реализовать. Тут не знаю, типа... Ну пятерых? Или трех? Всех, всех, всех. Ну все, давайте подбьем. Я на маунты и побежал. Сейчас подагрю. Только стало спешку не делай. Ну под косты. Скажешь когда? Да, под косты, конечно. Скажешь, скажешь. Я могу первый сбить. Давай столб сейчас. Давай столб. Ну вы чё? Что-то поздновато. Ну, пойдет. А. Ну как-то ты так это, в краешек дал столб. Сейчас потяну. Угу. Подсвязующий, хорошо. Толкнул. Угу. Вы это, сбивайте косты тоже, смотрите цель выбранной цели. В кого идут косты. То есть если в меня вы, то не сбивайте. Я, ладно, уж побегаю там в фире, в прочем дерьме. Не страшно. Ну, вообще отлично. Ну да, притвориться мертвым, работает потоковый же каст. Это как это? Лазик в квартале. А я око на дамаг свечну. Все равно тут дамага по мне мало. Первый сможешь? Будет лететь. А ты... Че? Первый закроешь? Я могу все закрыть, если ты мне будешь давать время. Мне тут типа особо делать нечего. А танка хилить ты что? Не, ну это само собой. Скучка не. По мне так много дамага летит. Ты что? Вампирик, КД еще? 15 секунд. Берегитесь. Так все равно вылезли, что за мол. Ну ща я их заберу, покливаем. Можете не бить, я их с них РП накоплю. Берегите.
он сейчас как-то слабо ударил. Сейчас ставлю бурст. От морды отбегите, дыхание скоро. Не закрываю. Че, скипаем? Да. Да. А что делаем? Ну-ка, рассказывайте. Давайте верить капли. А, в смысле верить? 4 что ли скипаем? Капли, да, те, да, которые... Блядь! Че? Да не отхилится, нормально. Ай, блин. Ты чё? Ну, кстати, нормально. Да нормально, он ни тика не хильнулся. А чё ему не-ка в смысле? Ну разоуешили больших через большого. Что такое? Там это... Достанет на голову. Угу. Давайте уже без луж, сейчас я заведу его. Хуй его, туту его. Угу. Стан дам ему под конец. Все, отбегаем. Ренджи добьют. Ренджи добьют? Убегает. Отходите. Все, не спулилось, не кого, бежит. На кого? Спулились. Давайте. Давай, Трина. Ну, убьем. Нет. Ну, тебя от хила, наверное, просто перелетело. Окей, я собью кресту. Они что какие-то, это, мягкие. Ну, с 50 лямов, все равно. Бля, они кровь разливают. Прикинь. Сейчас спулю два пака. Ага, полтора, там большой Жукова ходит. Угу. Сейчас дорожкой ровно разолью. Короче, кстати, это залоги в Оке, в Новосте, Сифус просто нахилает два страшные. Везет. Типа, он каждые 30 секунд вешает эту бомбу. Чародейскую, ты просто... Прям идеально, да? Да, прям чисто, тика-тика. В квартале можно еще Сифус юзать. Да хорош, вы что делаете? Я не могу столько выпулить, я вообще в жопе стою. Ты разлил зря вот такую дорожку, которую, ну, я не да, знаю, как бегать. Ну вот я вот через встал них тут аккуратненько и все. Через так них? Демонстрака надо дохера. Ага. Там он войдет, сразу умрет, блин. Смотри. Че? Пропадает уже. Давайте быстрее, там уже третий раз контроль. Ну надо будет четвертый раз законтролишь, дело. Кто-то еще там спулил что-то. Он вот какой-то. Давайте наберем с него ресурс и начнем по боссу. Босс под Герой или Ласта под Герой? Босс, хорошо. Так, этот же кровь не льет? Не льет. Он смерзкий считается. Отчет? Че, вызывать, не вызывать мобов? Так, бьем босса просто. Нет, зачем? Ну, я бы разогнал там. Силурон. Ладно. А оно тебе надо? Ну, там, пожил бы. Что-нибудь. Щиточек бы настакал. Да не особо, в целом. Да, ничего себе, там как встали, хорошо. Это ты видел? Да. Че, ему Ника, у тебя бабл прокнул? А, это твой обычный щиточек. А, бля, это 20 бабл, ключ, я думал 21. Нет, ты че. Вампирика нет. Второй поты. Ой, как хорошо, мне босса даже водить не надо. Прям вообще идеально. Вампирик после отталкивания дам. Или во время дать вайтлинга. Не, не надо, у меня трампилы. Не надо, хорошо. Скажешь когда. Можешь давать. Ага. Злогия Иммер на следующем.
Вампирик 15 секунд. Опа, в меня кинул. Сейчас поверну его маленько. Отведу сейчас. Все, встаю. Один или два пака сейчас? Один. Один, хорошо. Сейчас быстренько подпуливаю его, пока они не сошлись. Следующий сдам фугу. Окей. Столб тут решил отдать, ну окей. Просто, если бы прошла вот эта вот хуйня, у нас бы просто минус один был. Угу, окей. Главное бесу сейчас, бесом все сбивать. Не все, а вот конкретный каст. Да. Бес и призыватель только кастуют, а остальное все вот дерьмо. Пекло? Да. Я тебя понял. Дал вампирик. Ну, у меня киков ноль. Сейчас я отведу. Скидывай. Да зачем откидывать, я уже отвожу. Гора равномерно их зальем. Инвеспот, да, могу надо, поделиться. Ничего не надо. Инвеспота есть? Ничего не надо. Есть. Не надо никаких инвеспотов. В смысле? Ну, раскиснуть два фака. А, успеете? Ну, у меня МС хватит. Инвес, стоп. Мы пробегаем, короче, первый пак под инвиспотами, а второй пак, как бы, просто умираем, ставим там пилончик, и все идем на слайд. Ну давайте, там, давайте, делаем, поехали. 3, 2, 1, go. Просто после первого. Вадим, ты пройдешь? Ну, блин, если собрались умирать, вы бы могли просто умереть и не тратить поты. Ну ты оттуда нас не лестнешь. 100 метров, ё-моё, я могу, ну вы бы хоть сколько пробежали бы. Я здесь вылазил, сейчас умру. А мне МС хватило через два пробежать. Вот мы типа, просто заставили себе фото и типа, все равно потратили смерть. Проверить потом. Сейчас я умру. Вы с танком спокойно будете бежать. А я молодец. Я через два пробежал, не умер. Просто вы типа реально заставили фото, которые здесь нужны, типа на выносе. Ничего страшного. Ай-яй-яй. Ты же не стыдно. Вот точно. Придаст? Конечно. Обязательно, full dev. Поешьте. Готово? Да. Гера. А, не на 50? Гера. Ну ладно. Иначе ему выбьет бабл, он сдохнет. Я понял, уже выбило. Нет, это не бабл. Паранойя Аза. Куда ты пошел, брысь? Да я тебя типа, вижу, что мы не в рейде. Паза скоро, иммуника паранойя. А чё такое? Чё ругаешься? Вампирик работает, нахиливайте на фул себе. Давайте там сейв. Персоналки жмите. Паранойя иммуника. Аккуратненько стоит. Если что, рейнджи, то есть, ну, в меня станете поделить. Вторые поты там называют. Кого жрет? Принтука рез. Ну здесь при не потратил рез. А, я есть. Есть БР, да? Я босса маленько водить буду, так что это. Да, я в Айтрину дам БР, если что.
Где так там эта дефовая точка? Здесь вроде? Нету. Вампирик дал. Сосет, сосет кого-то. Паранойя Вайтрин. А эта хуйня Мелдон скидывается? Не знаю. Ну, со славку, в смысле. А, да, конечно. Да. Я ж не знаю, о чем ты. Все? Все. Че дальше? Молодцы. Скучных нет. Ты че, нормально? За сколько прошли? 27. 5 минут, 5 минут осталось. Каких 5? Ты че, 3? За сколько прошли? 26.53. Ну типа, я вот все подходил с этими типами. Почти столько же, на 30 секунд дольше сошли. Ну тут потому что, блядь, танк нахуй за четверых домашних. Ну типа там были опытные, типа здесь мы типа объясняли еще, типа нормально прошли. А чё, чё вообще выпало? Ничего такого. Сороковой шлем с... как оно называется? Уёбывание. Не, 55-й плащ, надо кому-нибудь? Нет. Ключ, ключ, ключ. Ой, блядь, ещё одно логово 23-е. Долтрём? Ну да, ждать лока. Да.